Так, всем привет! Сегодня будет такой толковый ролик, а то эти показы машинок, наверное, уже всем надоели. Ролик о том, как сделать обычную машинку, то есть колеса, как сделать колеса на обычной машинке круче, чем на машинках СТХ. Вот, такая вот крутая модель, но колеса тут обычные, пластиковые. Можно сделать на ней колеса очень крутые, и машинка будет смотреться намного лучше. Я взял две модельки, одну очень-очень старую, старого выпуска, древнюю, там, наверное, лет 2000 года или раньше выпуск был, вот, не знаю, но она очень старая, и одну современную. И сделал им колеса очень крутые вот из таких кнопок. В общем, берем вот такие кнопочки, покупаем. Вот, я думаю, что когда родители покупают в школу учебники, то на СТХ машинки уже не хватает денег, приходится покупать обычные машинки. Ну, так как их и найти сложно, эти СТХ, то приходится как-то выкручиваться. А выкручивается очень легко. Берем кнопку и берем кусачки. Маленькие кусачки какие-нибудь, чтоб хотя бы не откусить, но немножко надкусить вот этот, придавить гвоздик, чтобы его было легко потом обломать. Потому что шляпка кнопки очень мягкая, тонкий металл, и она легко деформируется. Вот, чтобы этого не было, чтобы поставить шляпку ровненькую, сначала слегка надкусываем гвоздик. Вот, просите родителей, пусть там папа вам так вот сделает, или откусит полностью его, или хотя бы немножко прижмет его, чтобы можно было легче потом отломать плоскогубцами. Вот, беру плоскогубцы и надламываю этот гвоздик. Теперь он легко надламывается. Шляпку я никуда не упираю, чтобы не деформировать его, потому что она будет потом аварная и можно будет ее просто выбросить. Вот, легко обламывается. Вот, потом немножко затачиваю вот этот остатки гвоздика, потому что если колесо большего диаметра, то я сначала клею какую-нибудь пленочку зеркальную. Пленки, допустим, я беру, ну, можно какой-то жести вырезать с тонкой, а я беру, допустим, со старых мобильников, с экранов, там есть такие пленочки зеркальные, с них вырезаю кружочки, клею сначала на колесо большего диаметра, чем вот эта головка кнопки, а потом уже сверху клею эту кнопочку, но чтобы она не упиралась по центру в эту пластинку зеркальную, то я ее немножко стачиваю. Вот. Она легко точится, потому что гвозди не каленые, и они легко стачиваются. Вот. Ну, желательно держать все время в руках, ее нигде не упирать, чтобы не деформировать шляпку кнопки. Вот, я уже сточил, поточил чуть-чуть, все, она уже как бы ее там не видно, и аккуратно клеим на колесо. Ну, клей я, допустим, беру гель супер клей, только он гелевый, не растекается как вода, аккуратненько там, или на кончик отвертки сначала выливаю, или аккуратно, если опыт, то можно прям с бутылочки и налить сюда этого клея. Аккуратно надо этим клеем пользоваться, потому что можно намазать, и он очень трудно оттирается. Колесо можно испортить, он-то не будет блестеть, придется его отдирать. Вот, и испортить колесо, потом там шлифовать, не знаю. В общем, я беру вот такой клей, он продается везде, он не очень дорогой, и хватает его очень надолго. Это ультрагель, суперклей, как обычно мы привыкли видеть в таких бутылочках.
я еще раз говорю, очень аккуратненько. Его там много не надо, если очень тонкий слой, он очень хорошо схватывается, и оторвать уже эту кнопку будет просто невозможно. Ну, такие дела. Так, соберем сейчас вот эти кнопочки, и я покажу вам машинку. Вот, старого выпуска и нового. Абсолютно никакой разницы, они выглядят две. Классно. И вам не обязательно будет искать где-то СТХ, тратить бешеные деньги. Вот. Да, не забывайте, ну, остатки гвоздиков сразу выкидывать куда-нибудь в ведро. Желательно их наклеить на кусок скотча, чтобы они не терялись. Вот. И вместе с этим скотчем выкинуть мусорное ведро, и будет окей. Так, вот такая машинка. Ну, тут что-то нет резкости. Сейчас я, наверное, перепишем немножко. Так, пришлось переписать ролик, потому что там резкость, что-то пропало. Вот такая получилась машинка. Вот, заднее колесо, как я говорил, сначала наклеил пленочку, кружочек вырезал. А потом сверху кнопочку. Ну, кнопок других диаметров нету, я искал, меньших диаметров нету и больших диаметров нету. Есть только такие под золото и вот такие под серебро кнопочки. Под золото я еще не пробовал никуда клеить. Наверное, машинки, которая на такого цвета, она будет попробовать сделать кнопки под цвет золота. Как она будет смотреться, не знаю. А вот приехала из современного выпуска машинка. Как я говорил, они смотрятся круто, что одна и что вторая. Вот такие получились крутые тачки. Наделали там фотографий кучу классных. Вот, посмотрите. Ну вот и все вроде. Ничего тут сложного нету. Может, одну-две кнопки вы испортите, но на 4 колеса, я думаю, уже сделаете нормально. Ну вот и все. Пока-пока. До встречи.